векторные пространства. Были разные теоремы о базисах, ну и некоторые свойства свободных модулей. Говоря об отличиях модулей от векторных пространств, ну, полезно держать в голове себе такой пример, как бы еще одно отличие модулей от векторных пространств. Если вы это векторное пространство, от поля К, ну а У живет В, это подпространство, тогда всегда существует то, что называется дополнительное подпространство. W, живущее V, такое, что пространство V является прямой суммой U плюс W. Но я напомню, что это означает, что V является суммой U плюс W, то есть любой вектор из V раскладывается в сумму вектора из U плюс вектора из W. И такое разложение единственность на самом деле равносильна тому, что U пересечь W равно нулю. Чтобы такое W, я не знаю, было ли это в геометрии, надо ли мне говорить подробнее, но чтобы такое W построить, надо взять базис U1 и так далее, UK в U, дополнить его до базиса U1 и так далее, UK, ну, какими-то векторами W1, WM во всем пространстве V. Это всегда можно сделать. Любую линейно независимую систему векторов можно включить в некоторый базис. Ну и в качестве W взять просто линейную оболочку векторов W1, WN. То есть положить W равным линейной оболочкой. Это обозначение для линейной оболочки span. Векторов W1, WM. Ну, то есть это множество всевозможных линейных комбинаций. X1, W1, плюс и так далее, плюс XM, WM, в которых X и T живут в поле, а W и T это вот те самые W и T. Тогда пересечение, понятное дело, нулевое. Сумма является всем пространством, и вы получаете такое прямое разложение. Такие подпространства называются дополнительные. Ну, а для модуля это не так. Причем ситуацию нельзя исправить никакими послаблениями, то есть это почти всегда не так. Ну, например, даже такой хороший модуль, как Z, значит, Z-модуль, Z, если рассмотреть, то в нем есть подмодуль, порожденный двойкой. Ну, то есть это идеал, порожденный двойкой, Z помножить на 2. Ну и у него нет дополнительного. Ну, потому что если бы он был, то тогда, значит, если, ну, вообще, если вы модуль M раскладываете в сумму N1 плюс N2, то тогда фактор
M по N1 на самом деле изоморфен N2. Потому что ну, вы можете задать такое отображение отсюда сюда, которое классу вектора V, ну, точнее вектору V, который живет в N2, ну, сопоставляет его класс по модулю N1. Ну и это отображение сюрективно. Потому что ну, любой вектор m можно представить как n1 плюс n2, поскольку m раскладывается в прямую сумму. Ну, этот лежит в n1, этот лежит в n2. Ну и тогда класс вектора m по модулю n1 ну, равен классу n2 по модулю N1. То есть реально любой класс факторе представляется каким-то вектором из прямого дополнения. Ну и наоборот, это вложение. Поскольку ядро нулевое. Ну потому что если у вас класс вектора n2 оказался равным нулевому классу, то это означает, что вектор n2 на самом деле лежит в n1. Ну, а тем самым n2 является элементом из пересечения. Но пересечение нулевое, потому что сумма прямая, иначе бы у нуля было два разных разложения. Таким образом, если у вас есть разложение в прямую сумму, то вы знаете, как устроен фактор. Ну и если бы z разлагался в прямую сумму 2 помножить на z плюс какой-то модуль n, то тогда мы бы заключили, что модуль n это изоморфен фактору z по 2. Ну а такое не может быть, потому что z по 2 нельзя вложить в z. Потому что в z нет кручения. А в z по 2 есть кручение. То есть z по 2 выполняется такое соотношение, что 2 помножить на класс единички по модулю 2 равно нулю. Если бы у вас было отображение, которое вкладывает z по 2 в z, то тогда фи от единички должен быть, был бы быть таким, что 2 на него, то есть это фи от 2 помножить на 1, что есть фи от 0, и что должно быть равно 0. Тем самым вот этот элемент должен быть элементом кручения, ну или нулем. А если он ноль, то тогда значит, это никакое не вложение, а просто тождественно нулевое отображение. Вот. Ну и раз уж у нас, то есть как бы мораль такая, что у подмодуля может не быть дополнительного. Ну, раз уж мы тут заговорили про всякие прямые суммы, то я бы хотел сделать еще одно замечание такое. Это прямые суммы и прямые произведения. Ну, если у вас имеется какое-то семейство модулей, ну, какие-то модули m-нюта, занумерованные элементами там какого-то множества n красивое, не обязательно конечного, то можно организовать декартово произведение.
Ну, оно так вот обозначается, произведение m-ных. Ну, и это состоит из таких последовательностей m-ню. Ню пробегает вот то же самое множество n. Но это такие как бы семейства, где каждая m-ная лежит в своем m-ном. И вот семейство элементов. И как мы с вами видели, когда там занимались китайской теоремой об остатках, на прямом произведении всегда можно организовать структуру Абелевой группы, ну и структуру модуля. То есть это модуль. С покоординатными операциями. Ну, то есть сложение просто покомпонентно задается. Если у вас есть семейство n-ных, и вы хотите к нему прибавить семейство n-ных, ну, то надо просто сказать, что это m плюс m-ная плюс n-ная. То есть вот ню-тый элемент равен сумме соответствующих ню-тых элементов семейства. Ну, и точно так же, если вы хотите число x умножить на семейство m-ню, то это надо вот просто взять каждый элемент семейства умножить на x. Получится модуль, и это называется прямое произведение. Поймем, вот с такими операциями. Называется прямым произведением. Модуль m-ню. Ну и в прямом произведении можно выделить такой меньший кусок, который обозначается прямая сумма модулей m-ню. Это такой подмодуль в прямом произведении m-ных. Он состоит из семейств m-ню, в которых только конечное число членов не равно нулю. То есть они как бы почти все нулевые, разрешается только конечное число членов. Тогда вот это такая прямая сумма называется. Если множество индексов конечно, то разницы между прямыми суммами и прямыми произведениями нет. Ну а так вообще она есть. То есть прямое произведение, ясное дело, мощнее, чем прямая сумма, потому что вы разрешаете бесконечные, бесконечные такие семейства ненулевых элементов. Это всегда мощнее, чем просто конечные комбинации элементов. Ну и то, что я совсем не успел в прошлый раз сказать, это, собственно, как сравнивать модули. Я вот сегодня уже немножко говорил там про вложение модулей. Для сравнения модулей используют отображения между ними, которые называются гомоморфизмами. То есть, вот если у вас есть отображение φ между двумя модулями, то есть m и n, это комодули, то φ называется гомоморфизмом модулей, ну или k-линейным отображением. Если φ перестановочен со сложением и умножением на числа, то есть если φ от m1 плюс m2 равняется φ от m1 плюс φ от m2. Ну и φ от x помножить на m равняется x помножить на φ от m. Ну, гомоморфизмы устроены очень похожим образом на то, как устроены линейные отображения. Опять же, вот я хотел бы тут сделать одно важное предупреждение. Прежде всего к школьникам относящиеся, потому что студенты, наверное, уже забыли, но вот такая школьная
линейная функция. Ну, скажем, из R в R, который действует по правилу x, переходит в x плюс b. Она на самом деле R линейна. Только при b равном нулю. То есть такое алгебраическое понимание линейности, это по-школьному бы называлось линейное однородное. Ну, потому что если b не равен нулю, то ни одно из этих свойств вообще не выполняется. То есть если вы возьмете фи от x1 плюс x2, то это будет a на x1 плюс x2 плюс b, что, конечно, никоим образом не равно ax1 плюс b плюс ax2 плюс b. Ну и с произведением на число та же неприятность произойдет, то есть b мешает. Поэтому тут надо быть внимательным. Но что про линейное отображение приятно, это то, что линейное отображение всегда однозначно задается своим действием на образующее. То есть если векторы W1, WM порождают К-модуль М, то и задано значение фи от W1 и так далее, фи от WM, живущие в модуле N, то существует не более одного К-линейного фи, которое будет стрелять из M в N. Вот такого, что фи от W-то имеет заданное значение. Это просто следует из свойств линейности. Если вы берете любой вектор v, то значит, он разлагается по образующим, то есть он всегда равен x1, w1 плюс и так далее, плюс xm, wm. Ну и по линейности, чтобы сосчитать φ от v, но это вот вы должны сосчитать φ от x1, w1 плюс и так далее, плюс xm, wm. Что есть x1 на φ от w1 плюс и так далее, плюс xm на φ от w. Ну и коль скоро вам заданы эти φ от w, то тем самым и φ от v заданы. Опять же, тут есть некоторое отличие от векторных пространств, что значит, если, ну, или от свободных модулей, если w1, WM – это базис в M, то есть M свободен, то такое φ существует при любом выборе векторов φ W1 и так далее, фи от WM в то есть это биекция. Ну и такое вот отображение всегда существует, то есть вы просто оно всегда отображение, которое задается этой формулой, существует, корректно определено. То есть вы вектор v однозначно записываете в таком виде, подставляете в эту формулу, получаете отображение, оно очевидно линейно. Вот, давайте здесь напишем какую-нибудь звездочку, то есть формула. Звездочка
корректно задает линейное отображение. Ну, скажем, там лямбда 1 на W1 плюс и так далее, плюс лямбда m на WM равно нулю, и не все лямбда и равны нулю, то тогда такая формула может быть некорректна. Ну, потому что у вас у вектора уже не единственное такое представление, но и надо проверять, что ответ не зависит от выбора записи. Ну, скажем, вот у нуля есть два представления. Ноль можно записать как 0 на V1 плюс и так далее, плюс 0 на V2, на Vm, простите. Ну, и он должен переходить в 0, как мы знаем. Ну, а есть еще одно какое-то представление. Если фи от W1 и так далее, фи от WM не удовлетворяют этому соотношению. То определение фи некорректно. Ну и примеры, когда это так, запросто. Ну, скажем, допустим, мы интересуемся Z-линейными отображениями, ну, скажем, из Z-модуля Z по M в Z-модуль Z по N. То есть просто гомоморфизм Абелевых групп, потому что Z-линейное отображение – это то же самое, что просто гомоморфизм Абелевых групп. Тогда вот этот модуль, он, собственно, порождается одним элементом, у него одна образующая, порождается классом единички, потому что любой класс K по модулю M, но это K помножить на класс единички. Но, однако, эта единичка линейно зависима, то есть она удовлетворяет соотношению m помножить на 1m равно нулю. Но если я хочу выбрать φ от единички, вот я хочу построить такое отображение φ, я φ от единички не могу взять от балды во втором модуле. То есть у меня нужно, чтобы φ от нуля, что должно быть равно нулю, и что должно быть тем самым φ от m на класс единички, ну, что должно быть равно m на φ от класса единички, вот должно выполняться такое соотношение. Ну, а может так случиться, что я в z по n не смогу выбрать такого элемента, вот, значит, такого ненулевого вектора z по n
Может и не быть. Ну, например, если mn взаимно просто. Если нот mn равен единичке, то тогда m просто обратимое число. Если у вас имеется m помножить на класс какой-то k, но уже по модулю n равен нулю, то это, собственно, можно умножить на m минус 1. То есть это то же самое, что класс m на класс k. Но у вас есть n, существует класс m по модулю n минус 1, вы можете на него умножить. Ну и мы заключаем, что класс k по модулю n равен нулю. Тем самым любой гомоморфизм, мораль, что любой гомоморфизм ZM просто нулевой должен быть. Ну и чтобы все эти наблюдения как-то зафиксировать в какое-то конкретное утверждение, давайте мы, значит, докажем два факта. Ну, такой первый факт, что любой модуль является фактором свободного модуля. По некоторому подмодулю. Это как бы совсем просто. Значит, пусть M порождается семейством векторов ну, значит, какие-то дубль ню, да, значит, ню пробегает какое-то множество. Понятно, что любой модуль так записывается. Ну, например, вы можете взять просто все векторы из M. Можно считать, что вот это вот множество дубль ню, это есть все M. Тогда вы можете рассмотреть такой модуль, просто прямая сумма модулей k. Давайте я напишу здесь тоже индекс ню, значит, по всем ню живущим множестве, значит, где на самом деле каждый конютый равен просто k, такой свободный модуль ранга 1. Ну, давайте мы будем считать, что в нем есть какой-то байсный элемент, и чтобы эти байсные элементы отличались друг от друга, ну вот мы назовем его Еню. Значит, это обозначение для байсного вектора. Ну, я напомню, что прямая сумма означает множество всевозможных конечных линейных комбинаций векторов из ЕНЮ, и мы по определению считаем, что все эти конечные линейные комбинации различны. Ну, то есть, допустим, если множество ЕНЮ образует счетное множество, то такая прямая сумма – это как бы по весу, как кольцо многочленов. У вас есть счетный базис, но вы берете конечные линейные комбинации элементов этого счетного базиса. Ну, и из ЕНЮ, конечно же, в М есть селективное отображение. Ну, которая просто берет линейную комбинацию сумма xню на еню, где только конечное число xнютых не равно нулю. Ну, отображает ее в сумму соответствующих векторов W, которые порождают M. Понятно, что это селекция, потому что любой вектор из M может быть в таком виде записан, в виде конечной линейной комбинации векторов W. Ну и у этого отображения, назовем его P, есть ядро. Ну и тогда просто есть общий факт, что если у вас для любого гомоморфизма
модулей. Так же, как и для гомоморфизма Абелевых групп, потому что гомоморфизм модуля является гомоморфизмом Абелевых групп, значит, из, допустим, N в M фи. Образ фи канонически изоморфен фактору N по ядру фи. Ну и изоморфизм, собственно, работает отсюда сюда, он задается сопоставлением класса элемента n, класса элемента n, вектора φ от n. Понятно, что это сюрреакция, понятно, что у нее нулевое ядро, но это переформулировка того факта, на самом деле, просто, что φ от n1 равняется φ от n2, тогда и только тогда, когда n1 минус n2 лежат в ядре. То, чем мы много раз пользовались. Ну и применительно к вот этой нашей конструкции мы заключаем, что модуль M тем самым, поскольку это сюрреакция, изоморфен, ну вот этой прямой сумме k на e ньютах поделить на такой модуль R, где R это ядро P, он называется модуль соотношений. Ну, он называется модуль соотношения ровно потому, что вот такое семейство xν живет в ядре π, тогда и только тогда, когда сумма xν на wν равна нулю, то есть это в точности линейное соотношение, то есть R состоит из коэффициентов всех линейных соотношений. Между образующими W. То есть, в принципе, любой модуль можете задать как фактор свободного модуля по подмодулю, состоящему из каких-то соотношений. И для модуля, в общем-то, ничего лучшего не бывает. То есть базиса может не быть, а надо мириться с тем, что у вас есть какие-то образующие соотношения между ними. Ну и факт второй позволяет описать гомоморфизмы в этих терминах. Базиса нет, но ничего страшного, что если у вас имеется модуль M и в нем подмодуль N, значит, два К-модуля, то тогда для любого модуля L HOM над K из M по N well, состоит из всех таких φ, которые из M стреляют в L, что их ограничение на подмодуль N тождественно нулевое. Ну, иными словами, в ситуации, когда у вас имеется прямая сумма конютов и в ней подмодуль соотношений, то тогда, значит, пример. Если у вас имеется прямая сумма вот k на e ньютах, такой свободный модуль, и имеются какие-то соотношения, то HOM из прямой суммы k на e ньютах по r в какой-то модуль L, ну это такие отображения φ просто из прямой суммы k e ньютах в L такие, что φ, ограниченное на r, дает 0. То есть это означает, что φ должно уважать все соотношения между... как бы чем задается такое φ? Это модуль свободный, то есть φ задается просто образами векторов еню, которые могут быть произвольны.
эти образы могут быть произвольны. Но, собственно, а вот это условие означает, что на самом деле они не произвольны. А для любого соотношения лямбда 1, W1 плюс и так далее, плюс лямбда m, WM равно нулю на образующий W1 и так далее, WM модуля M, который есть, вот, прямая сумма к енютах по R, то есть, другими словами, для любого лямбда 1, лямбда m, живущего в R, должно выполняться соотношение лямбда 1, фи от W1, плюс и так далее, плюс лямбда m фи от WM равно нулю. Иными словами, чтобы задать гомоморфизм на образующих корректно, вам нужно, чтобы любое линейное соотношение переходило в ноль. Ну, а в общем случае, когда у вас просто имеется модуль его подмодуль, и вас интересует гомоморфизм из фактора, то такой гомоморфизм задается отображением из MVL, ограничение которого на n равно нулю. Ну, собственно, как это проверять, доказательства факта? Ну, оно такое тоже, в общем-то, очевидное, как всегда в алгебре. Ну, у меня есть такое отображение, которое, ну вот я, чтобы не крутить каждый раз вверх, напомню, что у меня, значит, имеется модуль M, в нем подмодуль M, да. Я могу отображение из M в L отобразить в отображение из N в L. Ну, просто беря их ограничения, то есть у меня есть отображение φ, которое m отображает v, ну, я ему сопоставляю ограничение φ на подмодуль n, который теперь уже будет n отображать v. Ну, сейчас, простите, что-то я, наверное, не то пишу, да, можно даже гораздо проще, простите, да. У меня есть отображение из m, такое p, да, в фактор m по n. Ну и если у меня есть отображение из m по n в l, фи, то я могу сопоставить этому фи просто композицию. Фи в композиции с пи. У меня получится такое вот отображение из МВ. Тем самым я получил такое отображение, которое хом из фактора отображает в хом из МВ. Ну вот просто было отображение фи, которое М по Н бабахает в L. Ну, я ему сопоставил такое отображение φ в композиции с π, ну, которое берет вектор из m и отправляет его в φ от класса m по модулю n. Да? Ну, собственно, композиция так работает. Надо сначала спроектировать m на фактор, взять класс. Вот, значит, есть такое отображение. Ну, и можно построить обратно.
наоборот, из Homo, ну, не совсем, я немножко спешу. Значит, это отображение инъективно. Ну, потому что если у вас для любого m фи от класса mn равно нулю, то это означает, что вот с самого начала вот это вот фи было равно нулю. Другую пси из МВ. На элементе N, ну, вы должны взять φ от класса N по модулю N, что есть 0. Будет 0. То есть тут фи в композиции СП всегда элементы из подмодуля N отображаются 0. Ну и можно построить обратное отображение, которое вот действует в противоположную сторону, но из тех отображений, которые зануляются на подмодуле N. То есть, ну вот здесь вот выбираем отображение M Пси вэль такие, что пси ограниченное на n равняется нулю. И построим как бы обратное отображение, которое действует в хом из m по n вэль. Ну, просто сопоставляя отображение у пси, ну, такое вот отображение, которое уместно, наверное, назвать пси с черточкой, оно будет действовать на классах, оно будет из m по n стрелять в l. По такому правилу оно будет класс элемента m по модулю n переводить в пси от этого m. Ну, как всегда, тут кроется потенциальная некорректность, то есть может так случиться, что класс М1 равен классу М2. Тогда хотелось бы проверить, что пси от М1 будет равен пси от М2. Но это будет, потому что пси не какое-то отображение, а оно, наверное, ограничивается нулем. Просто вот это равенство означает, что М2 равен М1 плюс какой-то элемент N, живущий в N. Ну а тогда пси от М2 это пси от М1 плюс N, это пси от М1 плюс пси от N, а вот это 0 по выбору нашего пси. То есть если отображение пси корректно, ну, если отображение пси зануляется на подмодуле, то оно корректно спускается на фактор. Ну, вот такой, значит, способ описания линейных отображений из фактор модуля куда-то. Ну, в частности, из любого модуля куда-то. То есть, чтобы понять, как устроено отображение из какого-то модуля в какой-то другой, вы должны ваш левый модуль, тот, откуда отображаемся, представить в виде фактора свободного по какому-то модулю соотношений. Отображение на свободном задается просто указанием образов базисных векторов. Ну, а дальше надо проследить за тем, чтобы соотношения уважались. То есть вот эти образы базисных векторов, если вы хотите, чтобы отображение спускалось на фактор, оно должно убивать все соотношения. То есть вот вектора в модуле образе надо выбирать не абы как, а так, чтобы они подчинялись всем тем же линейным соотношениям, каким подчиняются образующие вашего модуля. Ну и последнее, что я хотел сказать из общих вещей про отображение модулей, это такой еще есть изоморфизм, факт третий, который, наверное, полезно знать, что
Если модуль m – это прямая сумма каких-то модулей m нютых, но опять же семейство может быть бесконечным, то тогда для любого модуля n хом из прямой суммы в модуль n, он на самом деле равен прямому произведению хомов из отдельных m-нютых в n. То есть для того, чтобы задать отображение с прямой суммы, мораль какая здесь, собственно, постулируется, что для того, чтобы задать отображение из прямой суммы, вам нужно задать отображение из каждого слагаемого. Ну, пускай у вас есть какой-то набор фи-нютых, которые м-нюты отображают в n. Вы ему можете сопоставить отображение, которое называется прямая сумма фи-нютых. Ну и она отображает семейство элементов m-ню в сумму по всем ню, живущим в n, m-нютых. Значит, эта сумма является элементом модуля n, и сумма, конечно, ой, простите, фи забыл написать. Значит, отображение само называется прямая сумма фи-нютых, а здесь стоит прямая, значит, просто сумма фи-ню от m-ню. Сумма конечна. Иными словами, ну вот каждую комбинацию векторов, там m1 плюс m2, потому что вот эта сумма, значит, здесь конечное число. M нютых не равных нулю, поэтому здесь сумма получится конечная. У нее почти все слагаемые нулевые, то есть почти все слагаемые. В результате каждый бесконечный, то есть как бы бесконечный набор гомоморфизмов, в том числе разрешается бесконечно много ненулевых, то есть бесконечно. Числом фи-нютых не равных нулю. Вам задает вполне корректное отображение с прямой суммы, но вы просто применяете эти гомоморфизмы к слагаемым разложению любого вектора. Поскольку разложение конечно, от вас потребуется каждый раз только конечное число гомоморфизмов. Ну и вот их, собственно, можно применить к любой конечной сумме векторов. Ну вот мы получили такое отображение, которое действует отсюда сюда, да? Но опять же, легко понять, что оно на самом деле является биекцией, потому что можно построить обратное отображение. То есть если у вас есть фи, которая отображает прямую сумму m нютых в n, то на самом деле в этой прямой сумме есть такой подмодуль, который изоморфен m ню. И это множество таких, значит, семейств m альфа, что m альфа равен нулю при криво написал. M альфа равен нулю при альфа не равном ню. То есть все координаты нулевые, кроме той координаты, которая отвечает за модуль мню, собственно. И это под модулем мню, который вложен в прямую сумму, ну вот просто как множество таких как бы семейств, где все члены нулевые, кроме самого вот этого мнютого члена. Ну и вы можете это отобразить, сопоставить ему такое отображение фи, которое по определению с фи ограничено на вот этот мню.
Оно будет mu отображать в n. Ну и понятное дело, оно обратно предыдущему, то есть легко просто видеть, что оно обратно предыдущему, мы заключаем, что есть такая биекция. Ну, может быть, чтобы быть конкретным, какой-нибудь пример надо разобрать. Мы можем смотреть на отображение из, допустим, кольца многочленов, ну, с коэффициентами в поле, пусть даже будет для простоты, в k. Чтобы задать такое отображение, значит, в k от x есть базис. Он состоит из мономов x, x квадрат, 1, x, x в квадрате и так далее. Ну и чтобы задать такое отображение φ, достаточно задать любую, подчеркиваю, последовательность чисел. Фи, которые будут просто значениями фи на x степени. Ну и тогда значение фи на любом многочлене, а ноликовое плюс а первое x плюс и так далее, плюс ам x степени m. Ну, по линейности мы просто пишем, что это а ноликовое, фи ноликовое плюс а первое, фи первое, плюс и так далее, плюс ам фи m. Феноликовая – это φ от единицы, φ первая – это φ от x, φ mt – это φ от x степени. В результате отображений ну, столько же, сколько последовательности. То есть линейных отображений из многочленов поля ну, столько же, сколько имеется просто последовательности чисел. Последовательность может быть и бесконечная. Но последовательности чисел обычно люди кодируют производящими функциями. Даже мы с вами этим многократно пользовались. То есть, когда у вас есть такая последовательность в фитах и принадлежит z больше или равно нулю, то ей можно сопоставить такой ряд. Ну, давайте мы другой буквой переменной обозначим, которая сумма там вот по i больше или равно нулю фита t в степени i. Он живет, значит, в кольце степенных рядов. Ну и мы заключаем, что хом над k, то есть линейное отображение из k от x в k, это то же самое, что k от t. Ну и если у вас есть ряд f, который сумма фиитах на t в степени, то ему отвечает такое линейное отображение φ, переводящее многочлен в сумму аитах на фииты. Ну и здесь сумма конечна, то есть она реально проистекает там, от нуля до степени многочлена f. f это, собственно, вот этот многочлен. Давайте я чуть поаккуратнее напишу. Фи отображает многочлен f, который есть сумма аитов на x степени i, и бегает от нуля до степени f. То есть даже бесконечный ряд вам задает вполне себе такую штучку. Ну и мораль, что мы видим, что у этого вообще-то мощность больше, чем у этого. То есть, если вы берете гомоморфизм из прямой суммы, то получается вообще-то объект более мощный, чем конкретные модули, которые в этой прямой сумме стоят. Ну, потому что мы с вами видели в прошлый раз, что в КАТ имеется очень несчетное семейство линейно независимых векторов, а в КАТ-Х их, в общем-то, нет. Замечательно. Ну, а если от общих вещей переходить к конкретным, то конкретные гомоморфизмы обычно задаются матрицами. Ну и здесь я хотел бы поговорить немножко про матрицы. Это такой целый язык. На геометрии какие-нибудь матрицы были? Кто-нибудь мне скажет? Друзья. Были. Ну да, наверное, были.
Если у вас есть просто какое-нибудь множество А, да, то матрицы размера М на N с элементами из А, как-то неаккуратно получилось. Сейчас. Ну, это такие таблицы. Значит, у них M столбцов, M строчек, N столбцов. Давайте мы всегда вот это количество строк у нас будет. А вот это всегда будет количество столбцов. Ну и через А и G мы всегда будем обозначать элемент, который стоит в этой строчке и в житом столбце, соответственно. Ну и если А это... То есть это вот такая, значит, просто таблица. Ну и если А это не просто множество, а модуль, значит, если А это К-модуль, то матрицы размера m на n с элементами из А, значит, а и житые это элементы из А. Матрица m на n с элементами из А это тоже К-модуль относительно покомпонентных. Операций. Ну, то есть, если у вас есть одна матрица, которая состоит из элементов А и G, и вторая матрица, которая состоит из элементов B и G, то тогда матрица там S, которая есть сумма A плюс B, и состоит из элементов S и G, она, значит, имеет просто S и G, то есть равные A и G плюс B и G. То есть матрицу можно складывать, ну и умножать на числа точно так же. Если у вас есть матрица P, которая есть X на A, то ее элементы P и G, то есть, ну, это просто X на A и G. То есть. Иными словами, модуль матриц размера M на N с элементами из А, но он просто изоморфен прямой сумме или прямому произведению, поскольку их конечное число. Что-то я букву А разучился писать. Ну вот в количестве mn штук. Они просто организованы там не в строчку там, или в столбец, а просто в такую прямоугольную таблицу. Ну и замечательно, что матрицу можно умножать. То есть если есть билинейная операция умножения, из множества А на множество Б, множество, ну даже не множество, а в С, значит, А, Б, С это К-модули. Ну а слова билинейные означает, что по каждому аргументу это умножение должно быть линейно, что означает, что вы скобки можете раскрывать. То есть, ну, само это умножение действует так, оно, значит, пару АБ переводит в какую-то штучку АБ, которая живет в С. Ну, а билинейность означает, что если вы здесь написали x1а1 плюс x2а2 и умножили это на y1b1 плюс y2b2, то, ну, можно раскрыть. Если вот второй аргумент зафиксировать, то в первом можно раскрыть скобки. Ну и наоборот, если первый зафиксировать, то во втором можно раскрыть скобки. То есть такая имеется дистрибутивность, и константы можно выносить. То есть здесь будет x1, y1, a1, a2, просто каждый на каждый. Так вот. Плюс x1, y2, a1 на b2, плюс x2 на y1, a2. x2 на y1 на a2 на b1 плюс x2 y2 a2 на b2. Если у вас есть такое умножение, то тогда можно матрицу умножать.
То есть для любых чисел там m, s, n, живущих в n, имеется билинейная, опять же, умножение матриц размера m на s с элементами из a на матрице размера s на n с элементами из b в матрице размера m на n с элементами из c. Обратите внимание, что Б. Речь идет про произведение строчки ширины S на столбец высоты S, то тогда такое произведение – это просто сумма попарных произведений соответствующих элементов. А1, B1, плюс А2, B2, плюс и так далее, плюс АС на БС. Ну, а для любых МН, если у вас имеется матрица А, которая состоит из элементов А и Ж, и матрица Б, которая состоит из элементов B и G, то тогда в матрице C, которую мы объявляем произведением AB, которая состоит из элементов C и G, элемент C и G – это произведение итой строчки матрицы на житый столбец матрицы B. То есть здесь вы должны написать A1. Прошу прощения, поаккуратнее постараюсь. А и 2 и так далее, А и С на В1 Ж, В2 Ж и так далее, В из Ж. То есть это итая строчка. А это житый столбец в B. Ну, то есть это будет такая сумма там по k равного от единички до s, а и k на b кожитая. Я хочу обратить ваше внимание, что эту формулу можно, собственно, проинтерпретировать двумя способами. А именно, ну вот, она, в общем-то, не содержит никакой информации, кроме того, что вот написано в формуле для перемножения строчки на столбец. Вот если в этой формуле, давайте мы ее как-то назовем, главная такая формула G. Значит, если вот в этой формуле G считать, что столбец B – это житый столбец матрицы B, а чиселки А1, АС – это на самом деле не чиселки, а столбцы матрицы А. То есть А1 и так далее. АС – это такие штучки, которые живут там, не знаю, в АН. И это столбцы матрицы А, то тогда вот эта формула предписывает в качестве произведения, а произведением в данном случае будет житый столбец матрицы произведения, потому что, ну, вот по этой формуле, чтобы сосчитать те элементы C и G, которые стоят в житом столбце
матрицы произведения, вам нужно всегда умножать только на житый столбец матрицы B. То есть ни от какой другой части матрицы B житый столбец произведения не зависит. Ну, так вот, если посмотреть, что написано в этой формуле, вы должны взять линейную комбинацию всех столбцов матрицы А с коэффициентами, стоящими в житом столбце матрицы B. Давайте я попробую это записать. То есть матрица. То есть мы делаем такой вывод, что матрица АБ имеет житым столбцом линейную комбинацию столбцов матрицы А, взятых с коэффициентами из житого столбца матрицы B. Понятно ли, что я сказал? То есть, вот, допустим, вы хотите, вы, допустим, имеете матрицу там из трех столбцов. Давайте называть это столбец А1, это столбец А2, это столбец А3. Такая вот у вас есть матрица А из трех столбцов. Ну и вы хотите из нее изготовить матрицу, у которой, допустим, состоит из четырех столбцов, там и в первом столбце имеет А3, во втором столбце имеет А2 плюс А1, в третьем столбце имеет А3 плюс 2А2, а в четвертом столбце, допустим, имеет А1 плюс А2 плюс А3. То на что и с какой стороны ее надо умножить? Вот я настаиваю, что эта процедура задается умножением А справа на матрицу Б. Какую? Можете продиктовать? Как устроен первый столбец у Б? Я хочу, чтобы в качестве первого столбца произведения стоял третий столбец. Это значит, А1, А2, А3 надо взять с каким коэффициентом? 0, 0, 1. 0, 1. Да? Друзья, пусть кто-нибудь скажет, какой второй столбец у Б. Соответственно, третий столбец 0, 2, 1. А здесь будет 1, 1, 1. Ну вот если вы матрицу А совершенно любой высоты умножите справа вот на такую матрицу, вы получите матрицу той же высоты, что и А, но столбцы будут выглядеть вот так. И как бы я настаиваю, что это написано вот в этой формуле, собственно, в формуле Г. И согласуется с таким стандартным правилом умножения матриц. То есть я вот тех, кто считает, что он умеет умножать матрицы, призываю обдумать вот такой способ. Это очень важно. Ну, как-то убедите себя, что такое определение умножения эквивалентно стандартному. То есть вот по вот этой вот формуле строка на столбец, строка на столбец. Ну и понятное дело, что чего мы, собственно, привязались к столбцам матрицы А, можно еще раз взглянуть вот на эту формулу А1, АН. Давайте я перепишу, чтобы не гонять страницы туда-сюда. S, то есть, простите, B1, BS равняется сумма АИТ на БИТ. Можно считать, что теперь, значит, наоборот, А1, АС это ИТ строка матрицы
А, а B1, BS – это сами строки. Матрица B, ну то есть векторы из B в степени. У нас ширина там была n, да? Тогда эта формула говорит, что ита строка в произведении АБ – это линейная комбинация строк матрицы П с коэффициентами из этой строки матрицы А. Опять же, убедитесь, пожалуйста. Ну, скажем, если у вас есть матрица B, состоящая из строчек там, B1, B2, B3, ну и вы хотите из нее изготовить матрицу, где здесь бы стояло, допустим, 2 B3, здесь бы стояло 3 B1 плюс 2 B2, ну и хватит. Такую вот матрицу, состоящую из двух строчек. Тогда это достигается, вот этот переход, это умножение B наоборот слева на какую матрицу? Ноль два, первая строка. Да, это удобно диктовать по строкам, потому что в первой строке как раз коэффициенты линейного выражения первой строчки через B1, B2, B3. Ширина должна быть 3, поскольку в B3 столбца. Вот. А высота должна быть 2, потому что мы на выходе хотим всего лишь две линейных комбинации. Ну а здесь, соответственно, будет чего? 3, 2, 0, да? Ну, легко видеть, что на самом деле матричное умножение, ну, то есть, если вот на ваших множествах, откуда вы берете коэффициенты матриц, вот это умножение билинейно было устроено, то тогда и на матрицах отображение тоже билинейно. То есть, если вы берете там лямбда 1 А1 плюс лямбда 2 А2 и умножаете на μ1 B1 плюс μ2 B2, то получится сумма лямбда итах на мюжитая, а ита на бжитая. И g, значит, принимает значение от единички до двух. Ну и на самом деле ассоциативность тоже имеет место. То есть если у вас есть три множества А, Б, С, ну и есть умножение, которое А на Б там отображают в какое-то множество P, там B, А на Б, простите, что-то я. А на Б отображает какое-то множество P, значит, B на C отображает какое-то множество Q, то есть, значит, вот эти две вы можете спариться значениями где-то там в P, вот эти две можете спариться значениями где-то там в Q, ну и если имеется отображение P на C там, в некое Z, и имеется отображение А наоборот на Q в то же самое Z. Ну и если эти отображения ассоциативны, в том смысле, что скобки в произведениях можно расставлять по-разному. То есть А, Б, С должно быть равно А на Б, С для любых А, Б,
С из А на Б на С. То тогда и произведение матриц, то и произведение матриц ассоциативно. То есть А помножить на Б и на С, это то же самое, что А помножить на Б на С. Но это такое рутинное вычисление, можно его на дом оставить. Ну, то есть, если мы вот эту матрицу назовем P, а эту матрицу назовем Q, то, собственно, вот здесь вот изжитый элемент. Равен, ну вот по предыдущей формуле будет, значит, сумма P и катых на C кожито. Ну, а это, в свою очередь, сумма пока. Это сумма по К, скажем, сумма по М, П и М, А и М, простите. То есть P это произведение А и Б, то есть это А и М, на Б, М, К, на С, К, Ж. Ну, а вот здесь вот изжитый элемент. Ну, здесь так скобочки надо поставить. Это, ну, там сумма по L, А и L на Q, L житый. Ну и опять же, кое житый можно расписать, что это будет А и Л на сумму Б по М, скажем. М плохо было по М. Б, Л, Н на С, Н, Ж. Ну и если произведение ассоциативно, то одно равно другому. То есть вы вот этот значок суммы можете вынести за знак суммы, потому что мы предполагаем, что все произведения между нашим множеством дистрибутивны, к тому же. Ну и получается одно и то же. То есть это такое формальное вычисление. Давайте уж вот это равенство я проверять не буду, то есть пусть это будет упражнение на дом. А давайте мы лучше остаток времени посвятим применению, собственно, матричных обозначений для описания разного рода явлений. То есть такое ключевое применение. Это так называемые матрицы перехода. Для линейных выражений. Одних векторов через другие. Ну, например, ситуация стандартная такая, что пусть векторы, ну, там, у1 и так далее, ук, лежат в линейной оболочке векторов w1, wm. Ну, это буквально означает, что у1, ну, вот здесь на самом деле удобно писать умножение на числа с правой стороны, w1 на какой-то там c1,1 плюс w2 на c2,1 плюс и так далее, плюс wm на c m1. Ну вот этот 1, он так вот вторым индексом здесь всегда одинаково присутствует. У2 точно так же разлагается, как w1 на c1,2 плюс w2 на c2,2 плюс и так далее, плюс WM на C M2. Пам-пам-пам. Ну и последний у K будет W1 на C1K плюс и так далее, плюс WM на CMK. Ну и если приглядеться
к этому набору равенств, то он, конечно, сворачивается в одно короткое матричное равенство, а именно, что вот такая вот матрица, элементами которой являются векторы, получается умножением вот такой вот матрицы, элементами которой тоже являются векторы, на матрицу С. Ну, С – это вот матрица, составленная из коэффициентов С и Ж, вот именно вот этих вот самых. Это матрица в житом столбце, который стоят коэффициенты линейного разложения вектора уже линейного выражения вектора уже через векторы W1 и так далее, W. Ну вот, посмотрите внимательно, просто так вот и написано. Чтобы получить уже, вам надо умножить вот эту строчку из векторов на столбец, на житый столбец матрицы С, ну, тем самым вы там ставите коэффициент разложения. Эта матрица обозначается CWU и называется... Значит, давайте я здесь тоже сменю обозначение. Вот вектор. Ну, то есть ваш вектор V равен U1 на X1 плюс U2 на X2 плюс и так далее, плюс UK на XK. Или в матричных обозначениях он равен U1 UK на X1 и так далее, XK. Ну, или просто U на X. Если мы вот эту штучку обозначаем через U, а эту штучку обозначаем через X. Ну, тогда вот у вас есть такое равенство, что V равен U на X, ну, а сам U равен W на C W U на X. Ну, и мы заключаем, что тогда вектор V может быть выражен через вектор W тоже. То есть, если вы знаете выражение какого-то вектора через вектор U, то вы немедленно пишете выражение этого же вектора через вектор W. То есть, мы заключаем, что V равен W на Y, где Y – это CWU на X. Ну и более общим образом, собственно, откуда берется умножение матриц? Если у вас есть набор векторов там, V, состоящий из векторов V1, Vn, ну, тот же наш любимый набор векторов U, состоящий из векторов U1, UK, и набор векторов W, состоящий из векторов W1, WM. Ну, и если вы знаете, что векторы V выражаются через векторы U при помощи матрицы CUV, векторы U, в свою очередь, выражаются через векторы W при помощи матрицы CWU, то мы заключаем, что векторы V, U на C, U, V, это W на C, W, U, C, U, V. Ну и тем самым вот эта вот матрица задает переход от векторов V к векторам W. То есть это есть C, W, V. Обозначение очень приятное, я всячески хочу за него агитировать, то есть вот
такая штучка задает переход от векторов V к векторам W, в том смысле, что если вы знаете разложение чего-то через вектор V, вы получаете разложение его же через вектор W. Ну и собственно, произведение матриц, оно для этого и придумано, чтобы писать такого рода формулу, вот типа той, что здесь написано. Переход от V к W – это сначала переход от V к U, а потом переход от U к W. Тут надо сделать одно замечание, состоящее в том, что вообще-то, конечно, обозначение CWU не вполне корректно. В том смысле, что что набор векторов U1, UK может иметь много разных линейных выражений. Через векторы W1, W, если векторы W не образуют базис. W линейно зависимы. Поэтому, вообще говоря, так нехорошо обозначать эту матрицу всего лишь двумя буквами W и U. Но, тем не менее, вот эта формула, она все равно осмысленна. То есть вот эта формула CWV равняется CWU на CUV говорит, что если вот это вот какое-то из выражений векторов U через, а наоборот, векторов V через U. А если это тоже какое-то из выражений векторов U через W, то тогда, перемножив эти две матрицы, ну, вы получите, значит, это гарантированно даст разложение там, одно из разложений векторов V через векторы W. Ну, в общем-то, лучше ничего ожидать не приходится. Ну, конечно, значит, ситуация становится однозначной, если вы имеете дело с базисом. То есть, если W1, WN – это базис в модуле M, который тем самым предполагается свободным, то у любого набора векторов у 1 у К есть единственное разложение. Значит, для любого набора векторов давайте лучше какие-нибудь контуры. Существует единственная матрица. C W U такая, что ваш набор векторов U – это набор векторов W умножить на эту матрицу C W U.
Ну, в частности, если W базис, то C W W это то, что называется единичная матрица. Это такая матрица, у которой по диагонали стоят единички, а здесь стоят нолики. Ну, если у 1, у n другой базис, то тогда c u w помножить на c w u, что есть c u u, равно единице. Ну и в обратном порядке, если вы перемножите, то получится c w w, что тоже равно единице. Ну и мы заключаем, что матрица c u w это матрица обратная к c w u. Если u и w это базисы. Ну, словечко обратный вообще как бы нуждается в уточнении, поскольку умножение матриц не коммутативно, как вы, наверное, в геометрии уже успели заметить. Ну и, собственно, матрица x квадратная, я хочу заметить, иначе вообще, так сказать, говорить не о чем. То есть мы хотели бы, чтобы умножение не уводило за пределы там алгебры матриц фиксированного размера, тогда надо требовать, чтобы матрицы были квадратные, ну и, скажем, с элементами из основного кольца K, что такая матрица называется обратимой. Если существуют матрицы А и Б такие, что А помножить на Х равно Е и Х помножить на Б равно Е. Ну и в этом случае я хочу заметить автоматически матрица А, которая есть А помножить на Е, матрица Е замечательна тем, что вот она такая единичная, это означает, что умножение на нее слева или умножение на нее справа с матрицей ничего не делает, потому что, ну, здесь предписано брать линейные комбинации строк там, в качестве первой, первую, в качестве второй, вторую, в качестве третьей, третью. Ну, а здесь вы можете подставить, что это x на b. Ну, вот так, да. Теперь воспользоваться тем, что умножение ассоциативно. Ну и здесь получится Е на Б. Но это то же самое, что Б. То есть автоматически А совпадает с Б. Ну и вот это вот А равное Б обозначается Х минус первый. Ну и матрицы перехода от базиса к базису в одну сторону и в другую, они друг другу обратны тем самым. Что замечательно. Ну, я позволю себе еще пару минут, раз уж мы про обозначение заговорили, чтобы покончить уж с этим матричным формализмом. Еще бывают матрицы, значит, как бы частный случай. Случай матриц перехода. Это матрицы линейных отображений. Ну вот если у вас есть линейное отображение φ, которое действует из модуля m в модуль n, ну и m порождается векторами w, которые, значит, w1, wm, ну а n порождается
векторами. Ну, давайте называть их U, которые U1, UN. То тогда, как мы знаем, что φ однозначно задается набором образов базисных векторов, ну, образующих, не базисных, а образующих. То есть мы должны знать, как устроена φ от W1, φ от W2 и так далее. Ну, можно называть его просто φ от W, такой набор. Φ от Wn. Ну, что значит, как устроено? Это значит, что мы должны как-то уметь выражать его через базис U. Ну, пускай это будет U1, Un. Ну, вот на матрицу перехода от φ от W к U. Ну и вот эта матрица, ее обычно обозначают F по имени отображения F U W, и это называется, значит, матрица отображения Φ для систем образующих U и W в, соответственно, N и M. Ну, иными словами, эта матрица задается тем, что φ от W равняется U на F U W. Ну и в житом столбце F U W стоят коэффициенты разложения вектора φ от ужитого через векторы W1, W. Ну и тем самым матрица φ у W, ну вот ее размеры наоборот m на m, да, такие. У меня имеется m векторов W. И у каждого из них n координат. Ну и понятно, как эта матрица меняется при заменах базисов. То есть, допустим, вы знаете, ну, если у вас имеются там векторы, как бы их назвать, ну, давайте штрихами, ничего не поделаешь. Значит, если вы знаете, что векторы U, они выражаются через какие-то векторы U' при помощи матрицы C'U. Ну, и если вы знаете, что векторы W' выражаются через векторы W при помощи матрицы CW'W', то тогда, если вы умножаете матрицу F U W на матрицу C W W штрих, а с этой стороны умножаете на C U штрих U, то вы получите матрицу F отображение F вот в таких системах образующих. Ну вот на этой радостной ноте мне бы хотелось закончить. Я прошу прощения за лишние 10 минут. Ну вот пусть упражнение надо, мы проверить эту формулу. Обратите внимание, что обозначения настолько удачные, что они говорят сами за себя. Вот буквочки вот здесь и вот здесь всегда должны быть одинаковые и должны так друг друга съедать. То есть вот произошло что-то такое. Опять же, если вы знаете, что у вас не просто набор образующих, а базисы,
То есть, если, допустим, U'U это базис, то тогда вот здесь вот можно написать CU-U'-1. Ну и если вы знаете, что W-W' это базис, то тогда здесь вы можете написать CW'W-1. Ну и, соответственно, у этой формулы появляется там несколько вариаций, в зависимости от того, что вам дано. Ну, теперь уж точно все. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте. В чате вроде сегодня, слава богу, ничего нет. Значит, я за чатом немножко не успеваю следить, пока говорю. Если вопросов нет, то я сосчитаю до 10, там, и мы на этом закончим. Значит, если вопросов нет, то тогда до свидания. До свидания. До свидания. До свидания.